Девчонки, всем привет! Это вот такое первое видео вступительное на YouTube, где я расскажу, как я стала мастером по наращиванию ресниц, плюсы и минусы профессии. Я закончила курс в сентябре 2021 года и являюсь мастером второй год. Помимо этого, я совмещаю ресничную деятельность с основной работой. То есть я работаю в найме с графиком 2-2. Как я пришла в эту сферу? Около 3 лет я наращивала ресницы у разных девчонок, ходила обычно как модель за 500, за 600 рублей, за 700 рублей. Потом я уже поняла, что мне нравится в ресницах, сменила мастера и ходила к одной девочке. И вот загорелась, что можно, сидя на дому, зарабатывать те же деньги, что я получаю в найме. И при этом тебе нравится твоя работа. На тот момент девочка брала 1500 рублей с человека. Это, по-моему, за двойной объем. И я рассчитала примерно, если брать 3 человека в день, это будет 4500. А если умножить на 15 дней, то есть с графиком, то это будет 67 500. Я очень обалдела от такой суммы, да, что такое можно зарабатывать на дому. И до сих пор, работая в найме, я таких денег не зарабатываю, к сожалению. Но вот как-то так. И мне это очень загорелось, что можно зарабатывать этим. Я очень захотела учиться. И вот пошла по рекомендации моего мастера к ее наставнику, так скажем, да, девушке, которая обучала. Обучение у нас было 3 дня. Плюс еще 4-й день — это как бесплатная отработка на модели, там разбор ошибок и все такое. И в процессе, когда я обучалась, я поняла, что это мне действительно нравится, что мне нравится этим заниматься, мелкая моторика, ставить ресничку, приклеивать ее, потом смотреть результат, цветные, коричневые ресницы, мне это все понравилось, как работать. Вообще я была в очень большом восторге. А помимо этого, когда я только хотела записаться на курс, на обучение, я купила себе пинцеты, это были прямой и какой-то еще изогнутый. Я купила их, конечно же, неправильно, но я хотела попробовать. И даже тогда я поняла, что мне это тоже понравилось, хотя было очень сложно. Я смотрела курсы на YouTube, как там ставить ресничку, как приклеивать ее и так далее. И вот я обучилась и начала искать модели первых. Соответственно, я искала на Авито, я искала ВКонтакте бесплатные посты, брала девчонок за 700, за 800 рублей. Но первые 3 недели девочки, они просто не приходили ко мне. Я думаю, с этим сталкивается каждый начинающий мастер, что модели просто отменяются, не приходят или игнорят вообще. Это, конечно же, очень обидно. Но потом, спустя 3 недели, ко мне записалась девочка. Я помню, это были первые мои 800 рублей. Если не ошибаюсь, двойной объем был. И тут я поняла, что, значит, не все потеряно. И вот так потихоньку-потихоньку я начала наращивать. Там, помню, что я в октябре уже заработала, по-моему, 7 тысяч рублей. А в ноябре 10 или 11 тысяч рублей. В декабре там еще чуть-чуть побольше, 13 или 14 тысяч рублей, я просто офигела. Ну, за маленькую сумму, конечно, желающих было много, но все-таки девчонки-модели, они могли не прийти, просто вкинуть в игнор, заблокировать, и, ну, вот такое бывает, что даже до сих пор происходит это. Работая мастером уже 2-й год, я... Скажу сразу, что у меня нет постоянной базы, то есть она у меня есть, но она очень маленькая. Я из-за того, что нестабильность есть в зарплате, не могу уйти полностью в наращивание. Если бы у меня было бы примерно 60 человек, то я бы еще бы рассмотрела возможность уйти полностью в наращивание ресниц и заниматься только этим. Но так как у меня клиентская база совсем крохотная, это, наверное, около 10 человек, то я просто не могу себе позволить.
И я занимаюсь наращиванием на дому. То есть девчонка ко мне приходит на дом. За аренду я никакую не плачу, но только за квартиру свою. Они приходят ко мне на дом, я наращиваю, все спокойно. Из-за того, что у меня очень маленькая клиентская база, и скорость работы у меня занимает 3 часа, мне это очень надоело. Я нашла студию по наращиванию ресниц и пошла туда работать мастером. Я там работаю до сих пор тоже. То есть я, получается, совмещаю свою основную работу плюс работу на дому в ресничках своих клиентов беру. И плюс еще работаю мастером в студии. Там у меня тоже график, он прям очень такой лайтовый, я так скажу. Потому что я выхожу тогда, когда хочу, когда я могу просто. Я могу выйти раз в неделю, я могу выйти 2 раза в неделю, могу выйти 3 раза в неделю, а могу выйти раз в 2 недели. Поэтому тут как бы у меня намного все проще. И за 2 месяца я набрала скорость в среднем, это 2 часа со снятием, либо 2,5 часа со снятием. То есть за счет того, что был поток клиентов, я очень сильно ускорилась. Я очень еще сильнее полюбила наращивание ресниц, свою работу, что я могу работать быстрее. Клиент не лежит долго на кушетке, ну и, соответственно, качество у меня не пострадало. В студии я работаю, конечно, на процент, это 40% от прайса. Неофициально, даже у нас там и договора нет, просто на доверии. И вот хочу поддержать девчонок, что начинающих мастеров, кто-то вот сейчас, наверное, думает, что я там такая одна, единственная, что у меня нет клиентов, или они отменяются, уходят, не приходят. Это тоже у меня все было. Не знаю, наверное, вот у всех такой период есть, и ожог глаз был, и ресницы осыпались, это все у меня было, все я это прошла. Теперь я умею работать с клеем, и клиенты мои приходят ко мне, правда, их очень мало. И скорость моя в среднем это 2-2,5 часа, бывает, что 1:45 даже. И мне моя работа еще нравится больше. Я ее люблю, я хочу в ней работать, развиваться, что-то дальше делать. Но вот пока мне нужна моя клиентская база, на которую я не могу никак набрать. Ну вот, это немножко моей истории, как я пришла в наращивание ресниц. Давайте расскажу про плюсы в наращивании как мастера. Ну, соответственно, первое – это доход, то есть он не ограничен. Если у вас стоит нормальный ценник на наращивание ресниц и клиентская база плотная, то вы будете неплохо зарабатывать. График вы выстраиваете сами. Вы можете работать 2-2, можете работать 5-2, можете работать 3-1, как вам хочется. Отпуск также вы планируете сами, когда захотите. Вы можете раз в 3 месяца брать отпуск, отдыхать там по недельке, полторы. В общем, корректируйте его сами. В этом вы ни от чего не зависите. Это были вот такие 3 важных плюса в наращивании ресниц. Про минусы. Минусов, наверное, будет немножко побольше, но опять-таки это мое мнение, как я вижу это, свое ощущение, свой опыт. Минус – это, конечно же, здоровье. Я когда начала наращивать ресницы в салоне, то есть на потоке, у меня начались проблемы с шеей, спиной. Начала болеть шея просто до невозможности. Плюс к тому, что я еще сижу на работе, на своей основной, тоже у меня сидячая работа, это тоже все давало свои плоды, и из-за этого у меня начались проблемы с шеей. Плюс еще испарение от клея. Клей, он очень аллергичен для некоторых. Кто постоянно работает, может развиться аллергия, так же, как и накопительная аллергия может развиться у клиентов, если они регулярно наращивают. Но это, конечно, не всегда, но бывают такие случаи. Также минус – это если клиент не пришел, соответственно, ты ничего не зарабатываешь, да? Это у тебя получается пустой день. А если ты еще платишь аренду или коворкинг, часы, да, а клиент приходит, то ты теряешь деньги из-за этого. Это тоже большой минус, ну это, наверное, из всей стабильности выходит.
Еще минус, ну, если ты работаешь неофициально, то если ты уйдешь в декрет, никто тебе декретный оплачивать не будет. Ни больничный, ни декретный, ничего не оплачиваться не будет. Если ты там самозанятый, если ты работаешь в найме, то тебе платит фонд социального страхования. Ну, если П тоже там платит фонд социального страхования, заплатить какую-то страховку, и тогда тебе выплатят. Ну, это тоже, наверное, в минус я отнесу. Также минус — это то, что твой доход может просто скакать, прыгать то ниже, то выше, то ниже. Зависишь от клиентов. Это тоже как бы твоя стабильность. Ну, пожалуй, это все пока минусы, которые я вижу в этом. Все поправимо, если есть клиентская база, есть плотная запись, ты будешь работать, зарабатывать, ни в чем не нуждаться, да, отдыхать и любить свою работу. Девчонкам начинающим хочу пожелать, что все получится, если вам это действительно нравится, если это вам действительно нужно, вы хотите этим заниматься, то не бросайте пока, потому что я тоже очень долгое время стояла на одном месте, не могла ускориться, не могла как-то выйти на какой-то другой уровень для себя. И сейчас, вот когда я уже начала быстрее наращивать, начала работать на потоке, появилось больше уверенности в себе, появилось каких-то больше желаний, целей, что надо идти, развиваться дальше, нарабатывать клиентскую базу. Плюс, кстати, забыла про него сказать, что ну, это в минус как бы ухожу, что нужно уметь продавать свои услуги. То есть это правильно оформленный контакт, группа ВКонтакте, либо страничка в Инстаграме. Если, конечно, вы этого не умеете делать, то надо нанимать человека, который вам оформит страничку или Инстаграм, страничку ВКонтакте или страничку в Инстаграме. Как клиентов вы привлекаете сами, то есть на свою страничку. Это тоже как бы минус, если вы не умеете продавать. Вот как, например, я тоже вообще ни разу не продажник. У меня поэтому все так вот плавает. Ни там, ни сям. И уметь развивать себя, уметь развивать свои социальные сети, и тогда, наверное, будет все лучше. Ну, наверное, на этом все, что я хотела сказать. Если было интересно послушать, ставьте плюсики в комментариях, пишите свои отзывы, может быть, что-то еще рассказать опыта. Будет интересно почитать, услышать ваше мнение. Всем пока!